Как заработать на золоте? Согласитесь, очень приятная тема для обсуждения. Пока одни отливают чужое золото на заводе за копейки, а другие пытаются вытащить имитацию золотых слитков из стеклянного куба. Я расскажу вам, как заработать на золоте, не вставая с дивана. Даже если ваши навыки ограничиваются тем, чтобы кликать пальцем по компьютерной мышке, что в наше время уже необходимый навык. Не отчаивайтесь, этого навыка уже достаточно, чтобы заработать на золоте, не выходя из дома. Итак, поехали. Для того, чтобы заработать на золоте, не обязательно его иметь. Достаточно открыть счет у брокера, пополнить его и выбрать в списке обзора рынка контракт на золото. Он выглядит вот так. Итак, мы открыли график золота и давайте посмотрим, что здесь можно увидеть. Кстати, первое, что приходит на ум, это то, что на прошлой неделе я давал свою рекомендацию вот из этой бирюзовой зоны на продажу золота к линии поддержки 1892. И цена, как видите, дошла, и все, кто воспользовался моей рекомендацией, заработал на этом. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я всех предупреждаю о важных новостях, на которых мы вместе зарабатываем. Вторая возможность, на которой тоже вы уже должны были заработать, те, кто подписан, это коррекция от линии поддержки. Цена не только дошла до этой линии, но и отбилась от этой линии поддержки 1892. Коррекция составила более 1000 пунктов, поэтому все, кто воспользовался этой возможностью, заработал, особенно по стратегии скальпинг интрадей, которой я обучаю. Теперь давайте посмотрим, как можно заработать на этой неделе. Я покажу свои разворотные точки прямо на графике. Ближайший очевидный вариант развития событий заключается в том, что цена может пойти дальше вниз, и потом при возврате опять к этой линии поддержки, эта линия поддержки будет зеркальной линией сопротивления. Также на уровне 1892 цена может развернуться и пойти вниз от этой линии сопротивления, зеркальной линии сопротивления, и можно будет заработать на снижение. Вы можете поставить оповещение, алерт, у меня на канале есть, кстати, видео про то, как использовать алерты, чтобы не пропустить этот сигнал на вход в сделку. Если же цена сейчас или позже пойдет вверх, то здесь есть хорошая линия сопротивления. В районе цены 1946 можно будет продать и заработать на снижении. Смотрите, на таймфрейме D1 видно, что есть два максимума, от них есть линия сопротивления. И отсюда можно будет продавать и зарабатывать на снижении. Как более точно распознавать линии поддержки, сопротивления, как их правильно строить, я рассказываю на своих курсах. Ну и давайте посмотрим более масштабный график, это недельный V1. Если цена пойдет еще ниже глобально, то на уровне 1805 также будет уровень поддержки, от него можно будет купить и заработать на росте. Если вы ищете возможность заработать на золоте, то никогда не забывайте, что Австралия — это крупнейшая золотодобывающая страна, и австралийский доллар всегда коррелирует с ценой золото. Давайте посмотрим на графике. Даже невооруженным взглядом видно, что золото идет тренд вниз, и австралийский доллар также идет тренд вниз. Соответственно, если золото и движется вниз, то надо обратить внимание, что австралийский доллар, скорее всего, тоже потянется за золотом. Сейчас видно вот на графике H1, что имеется такая вот консолидация. Кстати, в этой консолидации очень хорошо работает мой торговый робот. В режиме buy sell, когда боковой тренд идет, он очень хорошо зарабатывает. Если же вы торгуете вручную, то обратите внимание на то, что если цена опустится вниз, то здесь от линии поддержки в районе цены 0.6384 можно будет поставить ордер на покупку и заработать на росте. Если же после этого цена пойдет вверх, то здесь она встретится с верхней гранью этого треугольника, и от нее можно будет продать и заработать на снижении. Таким образом, вы вроде как зарабатываете на австралийском долларе, на самом деле на движениях золота. Напоминаю, что мой торговый робот вы можете получить в пользование бесплатно. По ссылке в описании к этому ролику переходите на мой канал. И там в описании к любому видео есть ссылка на мой телеграм. Пишите мне в телеграм, я расскажу о том, как получить робота бесплатно. Полный обзор также смотрите у меня на канале. Я рассмотрел там еще несколько валютных пар, на которых можно заработать на этой неделе. А также обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там в течение недели я публикую несколько новостей, на которых мы зарабатываем вместе с нашим сообществом, которое уже более 700 человек. Надеюсь, мои советы помогут вам заработать на золоте. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.